Последний рассекреченный документ на самом деле касается передачи 21-километрового участка дороги Гориз-Давидбек в Зангезуре Азербайджану. Как передает канал 13, об этом сообщила ереванская газета «Грапарк». Напомним, что 11 февраля вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что кроме заявлений от 9 ноября и 11 января, есть еще одна договоренность касательно участка Гориз-Давидбек, поскольку там дорога проходит по спорным участкам. В этом документе это прямо не упоминается, но согласно двухстороннему соглашению, эта часть дороги должна эксплуатироваться Арменией и Азербайджаном в течение примерно 3 лет, а российские миротворцы гарантируют ее безопасную эксплуатацию, отмечает издание. По данным газеты, в течение 3 лет армянская сторона должна построить объездную дорогу на своей территории, после чего этот 21 километр будет полностью передан Азербайджану. Это соглашение было достигнуто при непосредственном участии премьер-министра и министра обороны Армении. Особенно глава Минобороны Вагаршак Арутюнян является сторонником выполнения всех требований противника и не оказывает никакого сопротивления, что удивило даже российскую сторону, пишет газета. В частности, изданием «Грапарк» упоминается имя главы МИД России Сергея Лаврова. Наши источники сообщают, что министр иностранных дел России Лавров в частных беседах с армянами заявил, что если ваши отдают ваши земли, почему мы должны быть против? Решать вам, отмечает издание.